Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 29 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом 17 случаев зарегистрировано в столице нашей республики, по 2 случая зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Татинских районах, по 1 случаю в Алданском, Ленском, Чурапчинском и Вено-Потантайском области. Особое внимание хочу обратить внимание на случаи, зарегистрированные в Вено-Батантайском улусе, в связи с тем, что достаточно длительное время сама по себе санитарно-эпидемиологическая ситуация в отдаленном районе Вено-Батантайском была в целом благополучная. В связи с чем еще раз обращаю всех руководителей оперативных штабов и граждан, что передвижение между районами и, соответственно, возможность проведения различного рода мероприятий, связанная с большим количеством людей, должна быть ограничена, исходя в том числе из чувства собственной безопасности эпидемиологии. Всего с начала пандемии у нас проведено 1,021,999 тестов. За последние сутки протестировано 1856 человек. На настоящий момент в республике достаточно активно идет вакцинация. Всего на территорию республики поступило 110 812 доз вакцины. Она вчера поступила и вакцина, которая относится к производителю «Вектора». В течение суток она будет размаркирована и, соответственно, поступит в том числе в поликлиники нашего города. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближаются майские праздники. И, безусловно, сегодня необходимо для того, чтобы все-таки более безопасно себя ощущать на майских праздниках, и вы посетить своих возрастных родственников, пожилых, в связи с чем сейчас приглашаем вас на прививочные участки, значит, во всех районах нашей республики. Я напоминаю, что вакцина ставится 2 раза. В связи с этим после первой вакцины должно пройти соответствующие, значит, 14 или 21 день в зависимости от вида вакцины, в связи с чем приглашаем вас на вакцинацию, которая будет проведена во всех учреждениях здравоохранения республики, в том числе и в субботу-воскресенье. Вот ранняя вакцинация именно вот в эти вот ближайшие 3 дня позволит вам в конце месяца пройти вторую дозу вакцинации, в связи с чем более спокойно встретить в семейном кругу и первомайские праздники. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Действительно, мониторинг, который мы проводим, показывает, что достаточно большое количество граждан во многом достаточно расслабились, стали снимать маски и чувствуют какую-то свою определенного рода уже такую вот мнимую безопасность как таковую. Вирус циркулирует, вирус находится в популяции, поэтому большая просьба очень четко понимать, что мы можем с вами, более молодые, легче переносить заболевания. Для старшего поколения, которое из-за наших действий, того, что мы являемся переносчиками заболеваний, до сих пор находится на режиме самоизоляции. Поэтому давайте все вместе, соответственно, значит, противостоять коронавирусу, начиная от того, чтобы пройти и вакцинирование, которое будет в том числе, еще раз напоминаю, в субботу-воскресенье во всех наших прививочных пунктах на территории республики.